Кухня готова, я почти уже у цели. Вот и скалка в руках, вот и фартук на теле. Тесто и фарш вовремя подоспели. Лепим пельмени. Ай! Раз пельмень, два пельмень, оп, три пельменя. Чтобы стряпать их, как я, дружок, тебе нужны умения. Годы тренировок, так что наберись терпения. И лепи, 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 лепи до окупения. Ладно, открою тебе секрет от ас. Меньше теста, да. Больше мяса, да. Веди ровнее. От центра дужки, а когда клеишь концы, не пережимай ушки, не пирожки ведь печем. Ты тут давай-ка не цокай. Пельмень основа основ этой вашей кухни высокой. Пельмень всему голова. Пельмень как брат, не названный. Дома лекарств может не быть, а вот пельмени быть обязаны. Они как декор и как украшение. Подруге налепи и подари на день рождения. В Лондоне пельмени, в Токио, в Нью-Йорке, в Дели, знай. Наши пельмени, интернешнл пельмени. А я лею, а я леплю пельмени. Ха! И быть не может, чтобы мне пельмени надоели. Да. За любимым делом пролетают дни недели. Лепим пельмени. Ай!